Ребятушки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательной игрушки Златогорья 2. Вот, и в предыдущей серии мы победили этого мерзавца с помощью нашего крылатого придурка. Но единственное только то, что этот крылатый придурок забрал весь опыт. Поэтому давайте сейчас мы его... Блин, не туда залез еще. Ой. Давайте поменяем мы его на тень, потому что тень у нас вроде как поменьше бьет. Хотя и этот болван тоже так же бьет ведь, да? Да. Наплевать. Ладно, оставим его. И давай сейчас тогда обездвиживать этого негодяя. По старой доброй традиции. И погнали. А, я тень-то хотел призвать. То, что она 4 хода всего живет, точно. Но в любом случае он нам уже сделать ничего не может. Поэтому погнали. Какой-нибудь сзади призови. Ой. Ну, кстати, давай посмотрим, что он из себя представляет. Может быть, он неплохо и бить будет. Нам в любом случае надо будет заменять. На этот, на... Вот так вот, давай. И, по идее, нам должно хватить сейчас... Нет, не хватило. Окей. Ух ты! Вот это да. А ты что, больше такого-то, нет? Так, нам на вот этого выставить, да? Все, верно. И так. И вот так вот. Вот так пойдет. И погнали. Блин, опять. Нам надо еще этот выставить. Света. Вот, сопротивляемость убрать вместо вот этой. Пофигарим. Ну, она массовый. Да, это долго будет. Плохо, что он массовый, блин. Вообще пипец. Кошмар. Я понял. Так, ладно, пускай бьет. И давай снимать дальше, черт его знает. Видимо, еще иммунитет работает какой-то. Вот-вот-вот, сволочь, блин. Надо за ним глаз да глаз, блин. Опять отражает, что такое вообще? Какая-то дурацкая магия, вот честное слово. Вообще пипец. Я весь иммунитет у него снял. Он берет и отражает. Вообще жесть. Того гляди, сейчас эти там ухайдакают его, блин. Так. Так. Чё б такого придумать-то? Но это ладно, мы сейчас тогда... Этих тоже обездвижим. Блин, давай пробовать, чё. Псык вообще пипец. Просто пипец. Вообще все отражает. Сколько у нее иммунитета вообще? Только попробуй. О-хо-хо-хо, сволочь, тут как тут уже. Так. Так. Все, короче, хватит. Этот еще, я думаю, может выжить, да. Вот эту заразу точно надо обездвиживать. Да. Чтобы, не дай бог, случайно не ударил. Вот так вот. Хорош. Все, побежал. Так, 40 у него, да? Пойдет. Нормас, сейчас хоть опыт получим. Ну-ка, тут 1000, наверное. 50 опыта, блин, знал бы так. Карно, братан, что такого говняный-то? Пипец. Жреца Дракшу, ну у нас он уже есть, поэтому пофиг. Так, ну что, может попробуем еще? А, нет, нельзя, да? Окей.
Так, ну вот, собственно говоря, знал бы так, знал бы, Бариков бы жил бы в Сочи. Так, Джулдахан. Вперед, Джулдахан. На. Что-то такое. Опять этот бродячий моряк. Ладно, нам не нужен. Блин, может какой-то квест он даст? У нас вина-то нифига, где мы вина доберем. Блин, было бы прикольно, кстати говоря. Так, шкирпионы какие-то. Какие-то шкирпионы. Блин, у нас мамы нет, ну, очень надеюсь, что хватит. Так, за дело. Давай вот так. Хорош, сейчас, по идее, все должны загреться на нас. Тридцать один, ты чё, дурак? Ничего себе. Единственное, только спасает то, что у них хп очень мало. 37 всего. Обалдеть. Так, мне сейчас, походу, секут. 90. Обалдеть. Ну, братаны, промахнитесь кто-нибудь-то, хоть, пожалуйста, промахнись! Помогите! 50! Господи, боже ты мой! Так. Обалдеть. Обалдеть они сильно вообще. Корову просто. Обалдеть. Ой, все, нормас. Одни промахи. Фу, живем. Куда ты? Нифига у нее, смотри. Офигеть. Сколько у него этого всего? Ходов-то, блин. Туда-сюда, обратно пробежался. Обалдеть. Так, ну-ка. Ладно, сам прибежит, я думаю, да? Эти же стороны убегут. Офигеть. 64, 35, давай этого. Хорош. Такое ощущение, как будто вот под этой заморозкой они даже стоят больше, не? 15 так-то. Странно. Опыта, конечно, за них очень много дают. Ну давай, ведешь сюда, нет? Вот уже 500, около 500 получил за них опыта, обалдеть. Больше даже, у них уже 4 было, по 100, 123, еще вот эти, ну да, около 500. Офигенно. Так, банок, правда, улетает, но банки у нас не проблема, поэтому... Потом пойдет. Окей. Го в Джулдахан. Моцарт, естественно. Естественно. О, это кто такие? Благородный разбойник. Вот это да. Тут первый раз таких вижу. Это, может, суперзвери. Так, давай тогда вниз пойдем. Сейчас всех этих загрем. Ощущение, как будто они сейчас будут нам этими дротики метать. Ну, эти. Ножи кидать. Посмотрим. Очень надеюсь, что нет. Блин. Мерзкие какие-то, прям не могу.
Ну хотя бы эти вместе встали. Так, у них могут закончиться, интересно, они? Да ты... Серьезно? Какой благородный разбойник имеет иммунитет к такому молотку, блин. Я вообще вот это поражаюсь, конечно. Просто ужас. Какие-то бананы не стреляют в меня. Блин, как хреново вот эти вот, которые не подходят. Очень. Нифига себе. Вот так-то. Ну, еще хватило. А. Кстати, молотком вроде даже столько же... А, не там, 35 было. Получше-то. Ну, опыта неплохо дали за них. Так. Нет, я перепутал. 60 опыта всего. Да, блин, вот-вот я про это и говорил. Тупо два раза промахнулся и все, гг. Ну-ка, против этого у вас много? Значит, нет, немного. Да, проще так добить. Семьдесят семь всего хп так. Лось. Да иди в жопу, чё опять включил там? Вот чё это такое? Почему я не понимаю? Как мало хп становится на один, на два удара, он включает какую-то УД и просто три раза подряд промаха. Вот реально какая-то скрытая механика, вот сколько раз уже замечал. Бесит, когда вот что такое? Только что все попадал нормально, блин. Фига он хил-то все наустанавливал. Да-да-да. А, вот он, вот сейчас включил он, да. У него 12 хп осталось, он включил, я понял. Да. Бесит, когда вот есть какие-то такие скрытые механики. Нифига себе. Скрытые механики, которые... Это что, у них рецепты? У всех, что ли? Офигеть. Чё, где раньше-то не попадались мне, блин? Прикольно. Вот и плохо, когда вот такие скрытые механики есть, которые вообще нигде не описаны. Отвратительно. Так, мне интересно. Вот у нас написано 35-78. Давайте сейчас попробуем обосрать его. Вот, и сколько огонь нанесет урона. Ай, им пофиг, он отражает. Он отражает, понимаете? Ну, один раз сработало. Так, понятно. Иммунитет никто не отменял. Давайте на нем-то и потестируем сразу. Видимо... А, подожди. Подожди. К магии света-то ведь она не снимает. Чё это я туплю-то, блин? Вот я болван. Это же магия света, а это иммунитет от света не снимает. Вот он что, Михалыч. Блин, фига я затупил, там, наверное, сейчас в комментариях меня уже там повесили. Линчевали уже просто. А тут придурок. Так, ну давай. Гроза. О, сработало, отлично. Сейчас, по идее, у нас 5 ходов есть, то есть 2-3 хода осталось. Давай сейчас попробуем. О, 46 реально сработало. Идет.
точно, точно. Иммунитет-то это темная-то. Темная-то, ведь магия, она только с магией богов, блин. Вместе-то контачит. Блин, там светло-то не снимается. Вот пипец. Получается, против светлой вообще никак. Она бесполезна, если иммунитет не снять. Конечно, может есть какое-то заклинание, надо смотреть. Мне кажется, вот тут они разные виды магии как-то контактируют между собой. Вот как раз-таки как магия призыва и магия богов. Ой, блин, с вами да хоть не дерись прям, чувствую. И таракан еще там. И таракан еще там. И был таков. Давай. Давай посмотрим, на что способны. А вообще просто с удара, обалдеть. Так, что у тебя там? Таракан людоед? А, он поэтому, да, убил? Отлично. Так. Тут что у нас? Пойдет еще. Сейчас это чудовище за меня примется. Так что давай-ка вот так. Так, а что у нас здесь? Два удара, наверное, не выдержит, не прохода. Аж 68. Ну давай. Очень надеюсь, что добьем. Да, понятно. Больше даже пробовать не будем больше. А, я понял, окей. Так, все, таракана нет? Обалдеть. Ну, ладно. Блин, конечно, ну, с другой стороны, если бы за убийство тех, кто, ну, призывные вот эти вот, если бы они еще и опыт давали, то это вообще, призыв, это вообще имба была бы просто, я не знаю, просто кошмар был бы. Так, давай, наверное, я не знаю, куда она сейчас портальнет, поэтому давай, наверное, сейчас быстренько еще тут пробежимся. Так. Так, ноль у него. У тебя ноль, Карл. Ой, что такое? Так, 21, замечательно. Опознать не может, старый Бармалей. 34, не хотите? О, нифига себе. Двулика судьба, давай. Так, это же продадим. Обменять. Я понял. Так, давай-ка ты опознать сможешь? У нас там амулет офигительный есть. Так, сопротивляемость света ночью, иммунитета ночью, мы развалили, да, говнище просто лютое. Лютейшее. Окей. Так, это мы все еще продадим. Где-то здесь один неизведанный рецепт вот там. Так, козел нам не нужен. Ладно, пойдет. Хелов у нас много, банок много, денег много. Поперли. Не знаю, куда нас кидануть сейчас. С Белобогом поговорим, черт его знает. Не помню, но, черт возьми, я готов. Я готов. Я был готов очень давно. Так, у нас... Так. 8000 осталось. 1000 опыта всего. 1000 опыта. Ну, поперли. Так, вставить и активировать сфероключ. Алтарь заиграл цветами и красками, послышался пронзительный звук и низкое гудение. Вас хватило почти невыносимое ощущение священного ужаса. Глаза залило ослепительный свет. Вскоре вы почувствовали присутствие рядом с собой сверхъестественного существа. Кто посмел побеспокоить великих светлых богов? Меня зовут Витамин, верховный жрец Катар послал меня на поиски кого-нибудь, кто сможет объяснить происхождение происходящее в мире изменения. Да, Катар прав. Мы действительно перестали присматривать за Златогорьем.
Отчасти это произошло из-за того, что большинство жителей забыло о поклонении нам. Но самая важная причина кроется в другом. Когда Чернобога завалило льдами, мы наложили магические путы на его материальное тело. Но пришло время, и одна из альберок по имени Алана забралась далеко на север и разорвала эти путы. После этого разум Чернобога объединился с его телом, и теперь все наши усилия направлены на то, чтобы сдерживать его агрессию. Это вот как раз-таки мы зеркало Аланы-то, да, нашли? О, вернее, отдала она. Понятно, а где он теперь, в Нави? Он подчинил себе почти все гордое племя Севера, сделав из них безжалостных убийц и слепых исполнителей его черной воли. Теперь речь идет не только о помощи Златогорью, но о спасении всего мира. Тебе надо будет отправиться в Альберию, к скале, в которой был погребен Чернобог, и уничтожить зло. Все светлые боги надеются на тебя. А почему вы думаете, что я смогу это сделать? Потому что ты потомок Велимира и Велены, которые так сильно помогли нам однажды. Именно я, Белобог, послал Катару видение во сне с приказом послать тебя в это путешествие. И теперь ты должен закончить свое задание. Пока что ты нас не подводил. Хорошо, я исполню вашу волю. Невидимая сила подхватывает вас, и через мгновение вы теряете сознание. Ну вот я про это и говорил. Так. Знакомые места. Тут, по-моему, уже и драка скоро будет. Так. Давай, наверное, сюда зайдем сначала. Поговорим, кто тут, где тут. Это узники есть. Уйди, я боюсь тебя. Ты чем торгуешь? Ничем. Не бойся, я здесь, чтобы освободить вас. Лучше я сам спасай свою душу, тебя ввергнут в пламя и уходи отсюда. Как скажете. Так, ничего не замечают, хорошо. Так, ага. О, братан, это ты зря там встал. Кстати. Это ты там очень зря встал. Ха-ха-ха! Это ты зря там встал. Да, ой, какой у них иммунитетик-то маленький. Хорошо. Че, не знаешь кто, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Кто же это может быть, интересно? Где этот зараза прячется? Ай-яй-яй-яй-яй. Какая жаль! Ай-яй-яй-яй-яй. Так, у нас он еще один кандидат, я вижу, есть тут. Он, надеюсь... А, их там двое. Так. Опачки. Ну, давай. Что происходит? О, первый иммунитет, обалдеть. 43, хорош. На, кстати, попробовать молотком вдарить. Может, он у него по очкам... Ой-ой-ой, ты куда пошел? Он меня видит, видимо? Ой-ой-ой-ой. Нет, не видят. Ха-ха, сюда. Они просто сделали вид, что видят меня, но на самом деле не видят. Да что такое? Понял. Я понял тебя, брат. Ну, шило на мыло, да? Лучше тогда вот так бить. Да, хотя бы попадаем. Так, теперь этот. Должен сейчас подойти. Да, подойдет. Или подойдет? Или подойдет. Ну ладно, давай тогда отсюда. Так, что у тебя тут? Телосложение плюс 3, отлично. Очень надо. Кстати, вот так вот он нас видит или нет? Наверное, не видит. Типа, здесь стена ведь, да?
Обалдеть, бедолаги. Да, он нас не видит, обалдеть. Пипец, вот то, что магия бьет из-за стены, это, конечно, фу. Мое почтение. Единственное, только уходит реально много маны на это, но... наверное, если мы так сейчас будем делать, то нам, наверное, надо 4 баночки сделать. Сколько у нас там? 130? Так, вот сделаем. Даже, да, наверное, все-таки 4 оставим. Да, видишь, телефон сядет. Так. Чёртов телефон. Что там, ещё не собрали? С грибами тут у нас, понимаете ли. Молчу. О. Так, в этом изможденном и забученном человеке вы узнаете лучшего следопыта храма великих героев Молчуна. Он испуганно смотрит на вас кровоточащими глазами, в которых отчетливо мелькает тень безумия. Молчун. Небольшая тень пробегает по лицу человека, он издает несколько нечленораздельных звуков, а потом Молчун широко открывает рот, и вы видите, что в него вырван язык. После этого человек начинает рыдать. Жуть какая. Уйди. Обе, не знаю, похлопал по плечу, что ли, я не знаю. Пипец. Уйти. Нормально. Да. Ух ты. Чуть тут. Какие-то. Какие-то эти. О! 400? 138. Слабак. Так, демоны, да? Так, что у нас тут? Демон. Угу. Можем мы как-то. Да, видимо, нет. Но. Демон не беда. Демон не беда. Он любит стоять на месте, демон. Потому что нормально. Я думаю, 4 хватит. Вот так вот, чтобы точно. И погнали. 23, неплохая защита. Так. Да, замечательно, будет на месте стоять. О, нет, еще один раз влепил. Смотри, как крыса, а. Ну, давай тогда так. 5. 6. Ой, блин. Ой, что такое? Как у тебя иммунитета там? Блин, нифига у меня иммунитета. А, не надо жалеть тогда. Сейчас вот мы 4 иммунитета закинули. Смотрю, как сейчас будет срабатывать. Более-менее. Да, офигеть! Очень, конечно, очень мерзкий тип. Но я думаю, что, наверное, вот так вот проще будет валить. Понял. Обалдеть, у него иммунитет, конечно. Обалдеть. Че, 5-6 надо, что ли? На один ход полностью потратить, видимо, на него. Короче, с красными надо будет один ход полностью тратим на иммунитет. И все, и не паримся. Офигеть. Офигеть. И только его дробящим. Потому что урона 2 дробящих, грубо говоря. Это 20. А маны отбирают вообще. И маны, и очков действия. Очень много. О! Какой-то алтарь тут или что тут? Пойдет. О, кстати, что с них падает? Фига себе. Последний шанс что-то там перелить куда-то, видимо. Так, эту дрянь мы сейчас быстренько завалим, потому что... Оп! Потому что... Оп. Так, а кто у нас здесь? Ага, тоже. Так, нам надо потратить один ход вот на это, иначе это все без пользы.
153 опыта, кстати говоря. Погнали. Так, ну, два хода нам на его, чтобы убить. Получается 50 по 10, 110, 120, да, даже, да, два хода. Пол второго хода нам надо всего. Может, даже и одного хватит. Вряд ли, конечно. Да, 50 не хватит. Немножко. За один ход убиваю, неплохо. Там у нас вон еще целая толпа их. Так. А, и надо сейчас сразу посмотреть. А, сразу вот так вот сделать. И сразу посмотреть. Так. У нас здесь. Ага, здесь ерунда вообще. И да, красненькие. Красненькие довольно проблематичны, но их два всего осталось. Ладно, пойдет. Так, мы можем вот сюда спрятаться, я думаю. Вот так вот. Он нас не увидит. Классно, что в этих богов есть два заклинания, да, грубо говоря, которые магии бьют. Ну, два типа заклинаний, которые магии бьют, и которые как раз таки физическим урон, то есть дробящим. Это вообще обалденно. То есть мы против всего, грубо говоря, можем. Если там полный иммунитет к магии, у него, да, сопротивляемость. Не иммунитет, а именно сопротивляемость. Блин, здесь совершенно другое. Вот, то мы можем просто вот этой вот дурой валить. И прям красота вообще. Прям вообще красота. Медленно, наверное. Обожаю такие коридоры. Не в поле, да? А именно вот с коридорного типа вот этого. Вообще красота. Они куда-то деться не могут. И вот за всяких стенок их можно легко убивать. Так. Жалко тут этих нет, сундуков никаких. Блин, и после него даже не осталось ничего. Беспредел. Так, нам надо понять. О, кстати, это из заставки есть вот тут справа, да? Которая у меня появляется картинки. Так, давай-ка, наверное, вот тут посмотрим, что мы здесь. А, здесь никак, да? Так, стоп. Тихо. Так. Где-то. Федя, где-то. Подожди, а мы сюда пройти не можем, что ли? А, можем. Так, стоять. Куда пойдешь? Отя-тя-тя-тя. Куда-то мы идем. Этих-то легко. Спасибо большое за подписчику. Добро пожаловать на канал. Вот у меня такой. Не знаю, почему, как это работает, хотя у меня, например, на сцене в ABS на записи не, этот сама, не, ну, не выводится, да, вот это только, да что ты, только со стрима. Но черт возьми, блин, звук постоянно вот идет, когда кто-то подписывается. Вообще что-то такое, вообще непонятное. Такое. Вот опять включу. У нее, я вот уверен, у нее на один удар. Нет, ну ладно, два. Ну и этот иммунитет, чертов, это просто пипец. Да что такое, Федя? Можешь просто помри, просто, падла. Ты меня не беси.
Мужик, давай. Мужик, я верю в тебя, давай. Спасибо тебе большое, придурок. Кошмар. Пришлось банку выпить из этого гамадрила. Ох уж эти NPC бесполезные. Ходит опыт. О, оп, оп. Я тебя вижу. А ты меня видишь? Нет, не видит. Так, 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 так. Что делать-то? Так, поближе подойди, чтобы он меня не заметил. Короче, задрало мне это. Давай вот так. На чем мы тут сейчас? Я с ума сойду. Тихо, тихо, тихо. Неужели меня не видит он? Обалдеть. Ну все, сейчас все должно проходить по нему. Просто пипец. Чернобог случайно пошел там за газетой. Неужели видит меня, да? Нет, не видит. Пошел за газетой, я вот тут вместе со всеми завалил случайно. Или в туалет куда-нибудь. Он выглядит, по-моему, точно так же. Ну, чуть побольше, наверное. Пипец. Ой, нахрен. Реально, Чернобога можно с помощью заклинаний призвать этих крылатых вот этих вот красных, да? Все, они там его уработают просто в мгновение ока. Жалко, сундуки нельзя заглянуть в эти. Так. Ну давай. Да, сейчас должно, по идее, нормально проходить. Вот а там двое стоят, мы их этой массухой завалим. Да, магия, конечно, имба, просто жесть. Урона просто миллион. Так. Эти там вдвоем, да, шушукаются. Здесь у нас вроде никого нет. Отлично. И вроде как они не ходят. Поэтому мы сейчас мы их оприходуем. Блин, прикольно бы, да, заглянуть было сюда. Вот сейчас надо туда сгонять. Фу, блин, офигеть. Так, здравствуйте, товарищи. Тунец и пьяница. Давай-ка, наверное, вот так. Сейчас накидаем, чтобы точно все проходило. Хорош. Ну все. Ну все, во. Вот так вот и стоим. Хорош. Хорош. Красота, тра-та-та. Тут какой-то особенный, да, слуга Чернобога. Ну ладно. Особенный, так особенный. Так, окей. Особенный, как говорится, так особенный. Можем, наверное, его... А, можем его отсюда сейчас запиндюрим. Так, нам сейчас мана... Ой-ой-ой, подожди. Сейчас мы его вот с этой стороны. Он нас тут как раз не видит. Ха-ха-ха! А ты че это там встал? Какие-то эти... Ритуал какой-то. Думаю, двух хватит. То я каждый раз три кидаю. Вроде как излишне. Так, по полной давай. Бенч. Получил по роже? Получил.
хребики, а? Сколько у тебя хп? 136 так. Блин, один хп. Ладно, ман потратили, фиг с ним. Так, а вот тех двоих нам надо будет уже разруливать. А, еще нельзя и собрать с него. Нам надо будет уже, получается, разруливать как-то. А можно сюда как-то зайти? Вообще, тут есть что-нибудь? Еще нету. Может, тут чернобог-то? А, тут вообще можно прям пройти. Так, этих двоих нам надо будет разруливать уже по-другому. Этих двоих нам надо разруливать по-обычному нашему, потому что тут спрятаться негде. Ну давай. Давай вот так вот сейчас. По две пока. И вот так вот. Паренак. И давай за бафом, сами подойдут. О. А что, по одному что ли можно? А почему так? А что так? Почему так? Может, кстати, даже и одной хватало бы. Давай вот так вот. Сейчас его полностью остановим на месте. А это пускай подходит. Первый удар, так всегда 43, блин. Так, этот у нас, ага, отказался идти, ну ладно. Ему же хуже. Так, одной мало. Так, сколько у тебя хп? 28 пойдет. Да сдохни просто, господи, мужик! Вот включат там сопротивление какое-то. Братан, блин. Тратишь мое и свое время. О, у нас уровень. Отлично. Так, внимание, естественно. У нас 53, да? Внимание. Да, 53 стало. Обалдеть. И силу, наверное, качнем. Может, сейчас уже будет главная заруба. Так, и, видимо, все тогда вот сюда. Сколько у нас? 53. Вот тут хватит. 53, а еще? 54 будет? Да, 54. Все, вот так вот оставляем. Вот, и атлетизм, наверное, вот так вот сделаем. Уже все надо тратить, потому что уже, как говорится, уже все. О, фига, если он со спины, видали, и он нас не этот самый не видит, то бой не начинается, прикольно. Фига себе. Так, ну-ка давай иди сюда, ага, все. Так, две штучки. Раз. И два. Все, теперь фигарим. Теперь должно проходить нормально. Ничего нету с него. Так, давай вот этого гумплена завалим таким же красненьким. Кто кого, интересно? Сейчас будет битва века. Главное, чтобы он меня сейчас тут не атаковал. О! Я первый бью, поэтому я... Да, я побеждаю, отлично. Так. Так, ну что? Там сейчас начнется, я чувствую, да? Сколько у нас хп? Вот так, пойдет. Ну, погнали, посмотрим, что нас там ждет. Да, тут самая главная заруба. Вот он, этот товарищ. 800 хп. Ну, погнали. Послушаем, что нам расскажет. Так, заклинание у него тут... ну ладно, мы в любом случае уработаем тут. Пофиг, погнали. Здравствуйте. Я долго ждал твоего прихода.
Да ты что? Интересно, что же ты теперь мне скажешь? Ты, наверное, жаждешь моей смерти? Я жажду посмотреть, чем ты торгуешь. Ничем. Так, да, я долго шел, чтобы тебя найти. Ты злой, я защищаю добро и свою страну. Теперь ты должен умереть. Как банально. Да? Ну что ж, посмотрим, чего стоит этот смертный. Так, я главное, что пир выходил. Да, вот и все, и все. Давай, бывай, мужик. Давай просто тупо унизим его, да и все. Чего ты выпендриваться? Сейчас посмотрим. Нам опыт уже не нужен, потому что это последний, как бы, босс, и после него уже ничего не будет, поэтому... Поэтому вот так вот просто сделаем, все, и посмотрим, что там да как говорится. Ой, господи, боже мой, могли и посерьезнее сделать. Пипец. Он просто подошел и один раз ударил меня. Обалдеть. И это все, реально? И это все? Ну-ка, да, постой на месте тогда. Пипец, хоть мечом его бей. Да, постой на месте, чернобог, хренов. Сейчас его эти красные ребятки уделают, просто пипец. Эпик битва не получилась, ребяшки, но я сразу знал, что он слабенький, поэтому... Но в любом случае. Это просто бы затянулось, и как бы проще вот так вот сделать. Эти сейчас товарищи быстро его ухайдакают. Что у него, уже пол хп. 800 пойдет. Вот, к тому, что я... А, можно было сделать так. У меня были с собой 5 свитков от призывов вот таких вот придурков. По сути, зачем я качался? Ой, пипец. Сейчас там какой-нибудь кританет и все, гг. Магия вообще просто, не знаю, ужасно имбалансно. Вот, вот и все. Поздравляем. Уже потеряв всякую надежду, вы словно во сне наблюдаете, как тело могущественного бога тьмы рассыпаться под градом ваших ударов. Вы тут две поправочки, не моих ударов. И ни хрена уже не потеряв надежду, а просто рядом стою с фулл хп и фулл маной, блин. Что-то, чего? Зло тенью навешено над Златогорьем и всем остальным миром остановлено. Некоторое время вы смотрите на груду пепла у вас под ногами, и постепенно в голову приходит мысль о том, что пора пришла пора возвращаться домой. Но это уже совсем другая история. Конец. Ну что, вот такая вот замечательная игрушечка, ребятушки, да? И магия, как оказалось, вообще просто имбовая. Так как она быстро закончилась, я думаю, наверное, еще пройду и заодно есть дополнение. Но это самостоятельная игра, тоже Златогорье 2, но там с небольшими исправлениями. Я хотел посмотреть, я в нее вообще не играл, поэтому поиграем. Называется «Холодные небеса», если мне не изменяет память, вот. Поэтому будем ее проходить. И не знаю, наверное, тоже за мага, да, посмотрим, что там, какие отличия. Вот, и там интересно еще в самом начале можно будет выбирать. Там мана и хп, например, делится, я помню. Я как-то видос смотрел. Вот, но на этом все тогда. И увидимся в прохождении холодной земли. Как там, холодные небеса, не помню. А на этом все. Спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребятушки. Увидимся уже на следующем прохождении. Всем доброго, друзья. Всем самого хорошего и всем пока.